Всем привет! Сегодня у нас 30 июля, четверг, и мы с вами традиционно, а не угадали, в Гагаринском районе Смоленской области, на 159-м километре Минского шоссе в окрестностях села Величко. А вот цель наша та же традиционная – грибочки. Почему и каким образом мы здесь оказались? Дело в том, что на ближайшие 2-3 недели я с вами попрощаюсь, предстоит отпуск, я отдохну от грибов, грибы от меня, а вы от нас вместе взяты. В течение всего этого сезона я прорывался приехать в этот лес, посмотреть, что оно да как. Ну, вот все, не досуг было, не получалось. Те, кто смотрел прошлогодние видео, также знают этот лес. Что сейчас здесь происходит, совершенно не знаю. Вот решил сделать себе такой подарок на ход ноги и разделить его с вами. Пойдемте посмотрим. Братец мухомор. Второй. Вон валуйчик стоит. Первое в этом году. Свинушка, хрюшка, морфушка. Здесь я не знаю, кто. Это кто? Это подосиновик. Смотрите. А вон там стоит этик-то. Бели. Ну. Какие два красавца. Солнышко выглядывает. Давайте подосиночку. Ух, слушайте, как изъеден-то. Да. Сеем, оказалось бы. Идеальный гриб. Ну, а это, я думаю, можно вот так прям. Судя по состоянию. Да, грызанный он. И изъеден в хлам. Так, елка. Опять. И вроде белый. Но белый, посмотрите какой. То же самое, что неделю назад у нас я показывал. Эти малышка и кирдык ему. Ну что ж делать, пойдемте дальше. Так, вот еще один белый. Ну этот какой-то прям пух. Все, на корню падает. О, а вот еще, а вон еще один. Смотрите, какие булочки печеные. О, прям под елочкой. Раз. А вот этот какой красавец. Ух, два. О, вот такие два беленьких, клевых. Ну, давайте проверим. Очередные два беленьких, подъелочные такие. Но вот что внутри, давайте посмотрим. У нас елки решающий фактор имели по качеству. Что здесь, не знаю. Жеваный. Вот вдоль прям его, смотрите, еден и еден нехило. Давайте вот этого красавца. И изъеден тоже. В хлам практически. Эх, а на вид-то, да, как стояли, как стояли. Прям забери нас! Пятилетние в этом году беснуются, так и подмывает назвать их осенними. Посмотрите, как растут. А? Классика, классика. Прям ух! Для книжки они такие. Такой волшебный пенек. Классный, молоденький. Ладно, пусть растут кому-то на радость. Еще белый. Есть-то они есть, но кто-то как-то не про нашу честь сегодня. Выглядят отлично. А внутри прилично ли? Не, вот чуть, но есть. Ну, вот. А здесь больше, уже явно видно. А здесь прям очень хорошо видно. Так, нога. Вышкребем, шляпа наша будет. Нет, и шляпа наша не будет, как видите. Такая же типичная ситуация. Как и в Можайском районе, белый. И на корню он прям пух. Сопрел. Вот так, избыток влаги, тепла. И в результате вот так. Какая-то прямо гигантомания. Совершенно не обнадеживающая. Вот он даже вот-вот. Я думаю, да. Посмотрите. В хлам. Можно сорвать, показать, что такой красивый, хороший. Но он не хороший. Сыроежки, сыроежки. И подосиновик. Вот так, прямо на опушечке. Стоит красавчик, ждет. Давайте проверим.
Иди, толстоногий. Вот такой подосиночка. Сейчас сниму куртку, уже все. Становится жарко. Ну вот, вот-вот. Вот, вот, вот. Посмотрите, что. Да. Только на посев. Вот участок леса, напоминающий Можайский. Не только внешне, но и по грибочкам. Раз подосиновик. Два подосиновик. Три подосиновик. О, какой. Твольстя. Утек. Два. Три. О, какие. Но... Видите, масики уже видно. У большого не видно, но давайте проверим. Останется нам что-нибудь хоть. Что-то как-то. Малышика. Оп. О. Только шляпа. Второй тоже есть. О, а вот дальше посмотрите, что творится, да? Грибок и... В итоге осталась половинка шляпы. И последний. Прям жалко. Ну, давайте. Вот так. Если что, заберем? Нет, не заберем. Посмотрите, три маленьких грибочка и вот так обкорнали до упора, чтобы чисто было. И вот такая шляпа нам идет в зачет. Итого из трех маленьких грибочков нам достается 2,5 шляпы. Вот так. А как выглядели? Ой, проверяйте. Проверяйте, с подосинкой, да, вот эта самая скрытая червивость, она присутствует. Режешь вначале вроде хорошо, а потом и приплыли. Хорошо, если шляпа достается, да? Сразу видно, тут тоже ступала нога грибника. Резанный. А вот не резанный. Белый. Раз. Увидел сначала вот этого большого. Белый. Два. Здесь вот кто-то пошибал грибы. Но мы не будем сшибать. Мы к двум беленьким добавим кого? Подосиновичка. Вот такого. Шветочкой. И снова резанные грибы приносят нам вот таких красавцев. Два белых, два подосиночка. Пока я этот вот резал маленький, увидел вот этот побольше. Классно, классно. Ну давайте проверять. С качеством как-то сегодня... Погнали. С этих. Давайте с белых. Большака. Прям вот так. Ну да. Ожидаемо. Тут прям вообще кабель-каналы. О. Сейчас мышь оттуда выскочит. Сеем, конечно. Масяська. Масяська. Давайте так. И вот есть чуть-чуть, но есть. И в итоге от двух белых остается вот такая треть шляпки. Вот такой вот у нас показатель качества. Давайте подосика. Здесь чисто. Под шляпу чисто. Середину давайте ноги уж чё мы. Сразу. О! 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 Класс! Слушайте, ну хоть кто-то нас порадовал. А то прям пух. Давайте этого, Масяську. Ну вот, кто-то там поселился. Ой, а дальше больше поселились там жильцов. Резиновая квартира просто, да? Вот, смотрите, как мы его докромсали. И вот такая Масяськина шляпа нам переходит. Ну что, из четырех грибов у нас один целый, одна целая шляпа и одна треть шляпы от белого. Вот такая результативность. Однако. О, какой дуб. Не дуб, дубище. Цепь сперли, кота на карантин отправили. Только дуб и остался. И очередной подосиновик такой немаленький. О! Ха!
вот это да! Вот это! Вот это да! Посмотрите, но... И опять же, что с ним стало? Все, он стух на корню. Стух, съеден. А какой гигантище, да? Вот избыток влаги, что делает. Да. Так. О! Это не успел стухнуть. Ладно, пойдемте подосинок срежем и все проверим, да? Игнат. Вот резал подосинок, увидел еще один белый. Видите, что мал, что стар. Одна картина. Беда. Два у нас брата агробата. Еще два. Большой и маленький. Давайте посмотрим, что же делать-то. Давайте с белого. Пара-ба-бум! Да что ж такое-то, а? Да. Приплыли в очередной раз. В очередной раз приплыли. Вот этот, может, не подведет. Да. В результате бились за шляпу до последнего. Все, что осталось. Ушки зайчика. Вот такая тихая охота. Заячья. Ой, видите его? Какой стоит большой. Красивый. Вопрос, хороший ли? Так красивый. Ох, красивый. Клевый. Губочка вроде чистая. Ну, мы знаем, что это все... Красавец, как на картинке. Все идеально. Ну, я уже даже не чищу здесь, потому что, как бы, надежды-то мало. Подсвечивает что-то как-то вот. Смотрите, и шляпы нам не достанется. В шляпу пошло все. А какой был гриб идеальный. Вот так положи в ведерко. Хороший. А он не хороший. Нахуя. Ох, какой стоит. Красавчик. Буду их только фотографировать. Сегодня пользы от них только как от фотомоделей в основном. Фотомодель. Разберем ее на запчасти. Да. Единая фотомодель. Ой, как единая. Посмотрите как. Хотя вот он и плотный, и все. Ну, в хлам. Просто в хлам. Грибы есть. Не скажу, что много, но и не мало. А взять-то нечего. Только любоваться. Не, еще белый. Как-то они поодиночке. Этот поменьше. Вопрос, будет ли он получше. С виду идеальный. Сколько мы их сегодня видим, идеальных, прекрасных. Ну. Размер, да? Вид, но вот. Слушайте, ну едят они их. Вот так мы все обчекрыжили. И вот такие остатки шляпы от белого нам достаются. Ну здесь радуешься прям вот ты. Вот таким кусочком. Да, тяжелая пора, тяжелая. Что ж, правильно я в отпуск собрался, правильно. Ой, какой подосиновик необычный. Смотрите, ножка у него расслоилась, и такое впечатление, как юбочка, да? Такой большой-большой опенок. Иди к нам, опенок. Вот такуся у нас подосиновиковый опенок. Прикольный. Давайте вот первый срез идеально чистый пополам. И, о, видите, будем чикать. Таблетку хотите? Все, что от ноги, от нижней части осталось. Аспирин у пса. И в результате вот такие два чистых обрезка для Золушки. В моем лице. Вот чего я тоже давненько не видел. Посмотрите, какая поляна свинухов. Растут, как на картинке. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Одного до десяти не хватает. Красиво просто растут. Наф-нафы. Ниф-нифы и наф-нафы. Еще белый. Ну. Ой, ну не. Тут все понятно. Хотя
небольшой. Ну, идем дальше. В толпе валуев-переростков можно его и не заметить. Ну, может, и нужно было его не заметить. Белый, посмотрите. Типичная картина сегодняшнего дня, увы, ах. Слушайте, ну это какой-то бич прям. Вот очередной такой тухлячок. Маленький, небольшой, толстый, но вот... Ой-ой, беленький, маленький. Не может быть. Вопрос хороший, нет? Но красив. Ты нам не нужен, иди отсюда. Мы сами его съедим. О, какой! Смоленский масяська. Ну, как-то они вот поодиночке встречаются. Парами максимум. Хорошенький, красивенький. Вопрос, опять же, что внутри. Качеством тоже они не балуют. Но этот... О! О! Первый смоленский, целиком чистый белый. Обалдеть! Как его тут... Вот, ну, чистый. Чистый. Класс! Редкость. Эх, Каркуш скажет, не приехала, я тебе там приготовил поляны, а ты тут в Смоленской волости. Ну, пока вот, честно говоря, по грибам Смоленская область проигрывает Московской, и это при том, что в прошлом году она опережала Московскую где-то недели на две, сейчас она недели на две-три даже, наверное, отстает, то есть у нее все впереди. Ну, пока вот так. И опять белый, и опять одинокий. Надеюсь, не хромой. Нет, смотрите, съеден, все, в хлам. Избыток влаги и тепла называется. Только сеять и остается. Посевная у нас сегодня, в конце июля. Смотрите, не царевна лягушка, какая-то королева лягушка. Большущая, откормленная, ух. Ну ладно, пусть она там развлекается пока. Мы будем собирать кого? Подосиновики. Один. Вот второй. Смотрите какой. Давайте проверим. Что-то сегодня как-то у нас не складывается. А, вот третий. О, чуть не наступил на него. Три подосиночка. Нечастая картина за сегодняшний день, что там три штучки находишь. Один, два, вот как бы так. Ну, давайте посмотрим. Масяська. Смотрите, и масяську. До масяськи добрались. Все, что осталось от масяськи. Шляпа. Второй не колбасяська. Смотрите. И в результате плодотворного чекрыжения нам достаются остатки второй шляпы. Третий подосиновик. Давайте под шляпу. О, вот взяли под шляпу. Да, там он в шляпу пошло. Три таких грибочка, итог две шляпы. Хочу Каркарыч. Каркарыч, забери меня. О, скоро и в Смоленской области метро откроют. Будет станция Величкова. Эскалатор уже скоро поставят. Березовик, вот такой. Ну, я думаю, с остальными швахту... Ну да, посмотрите, белый. Вот такой красавчик. Отлично. А вот подосиновик. Раз. А вот подосиновик. Два. А вот подосиновик. Три. Удивительно для сегодняшнего дня. Навел нас на них под березовик, но в результате вот так вот. Давайте проверимся. Ты иди, тебя не забудем. Одна полянка, четыре грибочка, три подосиновика и беленький. Ну, вопрос, что останется опять же от них. Сегодня прям... Давайте проверим, давайте с белого, да? Грызаный. Нет, и шляпы нам не достанется. Видите, как его изъели. А маленький... Все подряд бы брал, уже бы ведро у меня только белых было. Стопудово. Давайте этого
под осика. Ну, видите, тут тоже грызанный он. Ужасно. Я думаю, и шляпы не достанется. Да. Второй тоже. Чем дальше в лес, тем гнилее подосиновик. О, а тут совсем прям чернота. Коронавирус, наверное, третий. Мозяська и тоже есть. Посмотрите. Да что ж такое-то, а? Оп, вот так. Из четырех грибов одна шляпа. Ой, мы шляпошники, ой, шляпошники. Вот так. Проза жизни. Ой-ой-ой, вы посмотрите. Ну, это какой-то осенний прям вариант. Темная-темная шляпа. Темная. Вот такой крутыш. Огромный просто он. Смотрите, но он разваливается весь. Все. Вот так вот. Во. Ой, какое соседство. Видите, подосиновик белый. Белый. Небольшой. И подосиновик. Такой же небольшой. Вот такие два товарища. Иди, малый. Утенушка какая там. Тихо. Алёська, пи-пи-пи-пи-пи-пи. У тебя нога-то куда загнулась? Ух. Подосиночка беленькая. Размер одинаковый практически, да? Молодежь. Давайте посмотрим. Подосинок первый срез чистый, белый не знаю. Давайте с белого. Ноги им не чищу. Потому что их вон грызут. Обидно, ну вот что казалось бы, да? Но тем не менее. А дальше больше. Вот так вот выковырял аж до дырки в куполе. Вот такой купол нам достается. Хоть что-то. Подосиновичек. Давайте дальше его возьмем. Оп. Есть. Ну что ж такое-то? Ну вы посмотрите. Маленький. Опять шляпа. И в результате от двух маленьких грибочков остаются две маленькие шляпы. Шляпочный день номер два. Был в Московской области, теперь в Смоленске. Тут прям шляпочный-шляпочный. И очередной белячок, тухлячок. Опять же небольшой размер, но вот такой он. Да-с. Еще белый. Такой. Может, ты будешь хороший, а? Очередной беляшек. Я их столько нахожу, конечно, не как в нашем лесу, но все равно немало их. Растут поодиночке, но вот качество прям... Давайте вот так. Я уже не чищу ноги, а вот здесь зря не почистил. Потому что он чистый. Вот, вот так. Может, их правда не надо чистить? Не верю своим глазам. Чистый. Чистый. Не поверил глазам, контрольный срез. Обалдеть. Вот эту часть тоже заберу, жирненькая. Вот теперь я ее почищу. Посмотрите, сборище валуев. И здесь такой вот гигантище просто. Подосиновик. Пуф. Размер. Обалдеть. Ой, а вон второй. Не меньше стоит. Не меньше. А представьте, чем мы их порежем, а они все чистые. А их тут два. Их здесь два. Вот такие. Два слонопотама. И к нам гигант мысли. Теперь ваша очередь. О, еще один увидел. Посмотрите. Ну, этот поменьше. Тебя возьмем. И в результате такой набор подосиновиков. Лопухов. Один вот только более-менее. Представьте, сейчас все раз. Идеально чистые. Мечтать не вредно, да? Вот такие. Ну, давайте смотреть. Начнем с малыша. Первый срез чистый. Чистый? Что, посередине? Давайте посередине. Ать. Оп. Ага, вот вам посередине.
А тут идеально чисто, посмотрите. И вот середину хватанули. В результате низ ноги вот такой пятачок. А верхушку вот так, под шляпу. О! Средний брат. Ну, тут видно, что его жамкали. Я думаю, ничего нам не достанется. Средний. Большой брат, старший. Ну, понятно. Да. Эх, не оправдались наши ожидания. Мы так думали, так думали, так думали, что сейчас прям будет хороший. И самый большой. Понятно, да? Тоже все очевидно. Снова белый, красивый. И снова одинокий почему-то. Одиночки. Уть, запутался там. Нога у него какая. Вот он наш. Зю. Как надо же, да? Обалдеть. Загнулся. Ну давайте проверим. Зю отрежем ему. Да, зю отрезали, а там... Ну вот типичная картина. Все съели. Всю нашу дзю съели. Зю. Целиком. По самую шляпу. Смотрите, наш так вот сголодать-то, а? Во какие бабьюдины грибы, посмотрите. Ух. Трогать не будем. Просила оставить наваривай. Честно скажу, под березки я сегодня даже не смотрю. Потому что, ну, смысла не имеет. Если уж белые, вон стоит тоже. Ну, за версту видно, что. Во. И поползло там племя. Сколько их таких? Ужас просто. Очередная губкомпания. Валуй. Здесь волнушка, тут волнушка, а здесь белый. Белый. Какой белый. Масяська. Масяська беленькая. Ася. Смотрите, какой маленький размерчик. На вид идеал. Просто в книжку его прям пух, да? Ну вот что внутри, давайте смотреть. А внутри он грызанный. Ну вот. Вот уже прям и не знаю, на что надеяться. И в итоге... Все, что нам осталось. Все, что смогли урвать от маленького белого. От маленького белого маленькие кусочки. Я говорю, заячий день. Заячьи ушки. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. О, вообще приплыли. Посмотрите. Это белый. Ну, что тут брать? Брать тут нечего. Вообще. Вот, вот. Какая-то гигантомания. Такой вот подосиновый переросток. Здесь товарищи бревнышко оккупировали. А здесь белый. Как его? Бедолагу прям. Пух. Пух. Беда. Посмотрите, какие яркие-яркие, нарядные прям сыроежки. Ух. Красавица. Снова белый. Ну, я уже вот такой размер, я просто без энтузиазма говорю. Вот взял, уже чувствую. Хотя можно рассказывать, что там. Показывать. Ну, что показывать? Вот. Вот вам, показываю. Все ясно. Ой, какой стоит, посмотрите. Папоротники. Ой, какой красавчик. Хорош только вот. Вот вопрос главного дня. Губочка беленькая, такой пах-пах-пах-пах-пах. Смотрите, хоть одна дырочка, но есть. Она не одна. Результат. Два кусочка колбаски. Все. Уже сбился со счет, сколько их. Вот таких вот товарищей. Эх, теряем. Теряем на корню прям. И еще пара подосиновиков. Один.
второй. Вот под березок, вот под березок. О, а вот еще пара подосиновиков. Вопрос, что нам останется от них, да? Давайте проверим. Четыре штуки. Первый. Второй. Третий. И четвертый тонконогий. И очередные четыре подосиновика. Размерчик, как видите, небольшой. Вот это только переросточек. Ну, вот качество сегодня прям... Ух. Давайте посмотрим, что останется. Давайте. Начнем с большаки. Прямо его вот так. Оп. О! А тут чисто, под шляпу. О! А тут тоже чисто. А ногу пополам. О! И тут чисто, вот так. А вот шляпа нам не достанется. Видите, погрызли. Ух ты! Вот не угадаешь вообще. Следующий крепышек вроде толстый. Первый срез чистый. Давайте контрольный. Ать. Посередине. А, вот не зря. Посмотрите. Идеально чистый. Идеально чистый срез. Толстый, хороший. Оп. Вот такой бочонок наш. Вот. И в итоге у нас получается вот такой гриб. Вот так он трансформировался, трансформер. Давайте этого посмотрим. И в итоге докромсали до самой шляпы. Шляпа наша хоть. Масюська. Первый срез чистенький. А вот дальше посмотрите, чернее, да? Оп, и вон что. Середина ножки. И вот так опять же дорезали до шляпы. Итого из четырех грибов у нас получилось что? Три шляпы и нога. Ну, для сегодняшнего дня очень даже неплохо. Хоть что-то возьмем. Хоть что-то. А вот и смоленская классика жанра. Мухомор и белый. Вот такая парочка. По книжке. Очередной белый. Опять же, выглядит вроде замечательно, но сегодня не их день. Явно. Да, и шляпа грызаная вся. Брать нечего. С таким КПД лучше переждать дома. Честное слово. Так, ну в принципе все понятно. Находим мы на порядок больше, чем кладем в ведро. Вот опять же я вижу белый. И опять же он скорее всего швах. То есть находим много, а взять нечего. Вон там подосиновик стоит еще. Ну, о, смотрите. Вот он. Сразу показываю. Хотя вот так. Сколько ведро можно? Два набить. Ну зачем, чтобы выбросить потом, правильно? Эх. Пойдем, наверное, да? Не, опять же, пара белых. Вот один. А вот второй. Ну, при таких размерах я уже иллюзий не питаю. А вон он ломается на корню. Посмотрите. Опа. Во. Второй, я думаю, не лучше. Давайте посмотрим. Вон сыпется из него. Ух, труха какая. Хотя вот размер небольшой. Если бы не показывал, целиком брать вот отличные грибы. Но они не отличные. Ну, да что ж такое. Опять какой-то слонопотам. Все, закрытие сезона. О, а вон еще один стоит. Ну, тот поменьше. Вот он. Вот он какой. Толстячокс. Вот тебе. Иди ко мне, жирный. Очередной подосиночек. Первый срез вроде ничего. А второй ничего хорошего. А дальше еще. Ну, история стара как мир. Хотя видели, сначала идеальный гриб по всем параметрам, но в итоге вот. Да, вроде не осень. Ну, вот такие они. Белые. Тоже если взять, показывать, вроде норм. А если вот так сделать, то совсем не норм. Сеем. Ай-яй. Смотрите.
Смотрите, первый смоленский белоножковый подосиновик. Огромнейший просто. Высота ножки, а? И к нам. Вот он, белоножковый красавец. Смотрите, какая нога длинная. Обалдеть. Прям пух-пух-пух-пух. Замечательный, красивый. Но здесь есть жамканы. И дальше пошло-поехало больше. Останется что-нибудь на... Ой, а тут... Ну, это вот беда у подосиновиков. Белоножковых, в частности. Ух! Так, а вот тест на зрение. Здесь два белых. Кто видит? Большой увидели? Вот он большой. Вот он. А второй, видите? Второй меньше. Он вот здесь. Прям в центре. Смотрите. Ать. 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 Вот так усика. Белюсика. Ну, забираем оба. Ить. Проверим, что вот у этого шляпа тоже маленького болтается. Как-то они вот не особо надежные. Ну ладно, будем посмотреть. Так, ну здесь вот прям елки. Палки. Белый. Опять же, на вид хороший, а на вкус еловый. Прям еловый. Посмотрим, что внутри. Уже не стесняюсь, прям режу так вот смело. Смотрите, какие там гнезда. Аисты вьют. О, ну тут все понятно, да? И елки не спасают. Уже все, не животворящие. И опять белые. Какой. Он сидит хорошо. Вот такой. Маська. Посмотрите, как вышкреб маську. Шляпушники. И опять белый. И опять один. Ну, не буду я вас утомлять. Сейчас я выдеру, проверю. И пойдем, да? И очередной белый. И еще белый. И еще белый. Посмотрите, вот один, а вот второй. Вот и закончится наша очередная прогулка по лесу, по Смоленскому лесу. И результат у нас сегодня вот такой. Вот. Наверное, даже полведерка нет. Опять же, сами все видели, грибов немало, находили столько. Если бы качество их было такое же, как 2 недели назад, то, наверное, было бы у нас там пара ведер белых, ведерочка подосиновиков. Ну, вот что имеем, то имеем. Здесь даже не как неделю назад в Можайском районе, там 1 к 5, наверное, 1 к 10, и то там по белым это 1 шляпа к 10 грибам. То есть просто катастрофа. Если вы там хотите получить удовольствие, да, будете находить много, ну вот, или там порадовать близких, знакомых, похвалиться тупо, вот. Смотрите, какие грибы, они многие красивые, плотные, все. Ну и потом выбросить. А если что-то готовить там для использования, то совершенно не вариант. Беда в этом плане. Особенно та же картина, видели, тепло продолжает сохраняться, влажность большая, и многие просто чахнут, тухнут на корню. Очень много вот белых. Причем, что большие, что маленькие, неважно. Это какая-то катастрофа. Бич вот в этом году. Настоящий бич вот эти вот, сколько, 2 недели. Беда. Что там, что ся. Ну, что можно сказать. По количеству грибов, опять же, все-таки поменьше, чем у нас в Можайском районе. Хотя неделя прошла, бог знает, может, и у нас снизилось количество. Вот. Но основное это вот все-таки не количество, а на текущий момент качество. Все-таки хотелось бы что-то и в рот положить, да? Ну, вот так. Ладно, на этом, собственно говоря, и все. Ситуацию в лесу знаете, как провести выходные, решайте сами. Увидимся с вами через 2-3 недели. А может, загуляем, может, через 4. Кому понравилось со мной гулять, ставьте вот так, подписывайтесь, вместе веселей. Кому нет, вот так. Добра, тепла, сибирское здоровье. Пока-пока, увидимся.